шумно выражали свое недовольство сегодня некоторые предприниматели в Алматы. Говорят, бизнеса лишают источника заработка. На самом же деле, объяснили эксперты, снесенные киоски нелегальные. В свое время их незаконно установили в Алатауском районе. Торговали здесь без разрешений и налоговых отчислений. Владельцев, к тому же, уведомляли заранее, но добровольно снести строение они отказались. В итоге к демонтажу приступила тяжелая техника. Со всеми предпринимателями мы проводили разъяснительные работы, но никто из них не согласился убрать киоски самостоятельно. Поэтому сегодня мы не только убрали ларьки, но и составили протоколы. Ведь незаконная торговля нарушает административный кодекс. Предприниматели мы обязали выплатить штраф свыше 11 тысяч тенге. Из 120 незаконных киосков на сегодня снесли более 100. Параллельно борются в Алатауском районе и со стихийной торговлей. Сегодня несколько точек нелегального бизнеса были закрыты в микрорайоне Аккент. Продавцам также выписаны штрафы.